Здравствуйте, туристы-милитаристы! Представляю вам замечательный топор, который называется Professional Throwing X от компании Cold Steel. То есть этот топор, в принципе, он создан именно для того, чтобы тренироваться, бросать, кидать и так далее. Длина топора 406 мм, длина лезвия 95,25 мм, это я просто из инчи переводил в миллиметры. Ширина головы 133 мм, толщина головы 32 мм, вес 893 грамма. Сталька здесь 10,55, карбон 54-56 единиц по шкале Рокула заявленная твердость. Топорище американский гикори, и в правильных магазинах этот топор стоит, начиная от 49 евро. Вот, в чем прикол этого топора? В том, что на сайте производителя написано, что если вы тренируетесь, бросаете, если у вас топорище износилось, если топорище повреждено, то у вас занимает буквально 2 минуты открутить вот здесь два винта, и значит, вы можете при этом сразу же там продолжать свои занятия и так далее, и так далее. Первое, что хочу сказать. На самом деле, с учетом того, что все эти топоры, они входят в разряд именно бюджетных, качество по сравнению, например, с пайп-хоком просто на голову выше. То есть вы еще увидите у нас китайский боевой топор, тоже от Cold Steel. И там тоже просто не сравнить. То есть я не понимаю вот эту вот линейку. Честно говоря, я не понимаю, почему у них вот эта линейка с прикручиваемыми болтом головами настолько вот, ну, откровенно хренового качества. То есть там сам по себе топор на топорище болтается, все это как-то совершенно не вызывает никакого доверия. Здесь, пожалуйста, за полтос. Просто шикарнейшая вещь, реально шикарнейшая. Он выглядит красиво. Вот это вот все заменяемое дело, то есть это действительно, ты понимаешь, что это не просто там что-то вкрутили, и это начало болтаться. Здесь, опять же, даже если вот на родном топорище он начнет болтаться, можно, есть возможность дожать, просто докрутить, чтобы он еще больше зажался. В любом случае, конечно, хочется надеяться, что если вы, например, метаете этот топор, что все-таки американский гикори, он, как скажем так, подтвердит свое реноме, подтвердит свою репутацию. Потому что очень здорово, когда у топора есть возможность менять топорище там буквально с помощью ключа за 2 минуты. Но с другой стороны, если вы не находитесь на тестовой площадке компании Cold Steel, не особо так у вас этих топорищ в запасе-то и есть, по большому счету. То есть, ну, да, можно что-то придумать, можно что-то наколхозить, но каждая отдельная вот эта вот деревяшка на сайте, она стоит отдельно. Плюс здесь идет топор, я просто сейчас вытащил, с таким вот резиновым напильником на режущей кромке. И если вы хотите кожаный чехол, то это тоже покупается все отдельно. То есть в любом случае хочется надеяться, что на самом деле, несмотря на возможность быстрого, экстренного, на возможность быстрой экстренной замены топорища, вам не придется этим заниматься постоянно. То есть на самом деле, что служить будет долго. Чисто по ощущениям, топорик просто чудо. Реально. Может быть, он не такой пижонский, как тот же самый пайп-хок. Может быть, он какой-то вот не особо такой прям, не производит впечатление какого-то там именно экзотического томагавка и так далее. У него, во-первых, такой вот прям сразу чувствуется очень удобное вот под мою, например, руку топорище. То есть здесь без всяких намоток, без всяких обмоток, без всякой шершавости, здесь реально вот, ну, оптимальная, абсолютно оптимальная толщина топорища. Ни мало, ни много. И именно вот сечение, вот этот вот в сечении, просто идеально сделано. То есть действительно чувствуется, что Лин Томпсон, он делал именно вот, грубо говоря, под свою руку, для того, чтобы вот бросать и бросать. В идеале, конечно, это брать сразу сет. То есть 3-4 таких топорика, ну, все упирается, конечно, в кошелек, чтобы два раза не бегать, три раза не бегать. И вот стоишь около стенда и фигачишь.
и бросаешь, и бросаешь, получаешь удовольствие. Значит, явно не колун, как вы видите. То есть здесь в любом случае колоть мы будем, я очень надеюсь, что мы будем колоть сразу всеми топорами вот этой вот мини-зарубы, какое-то одно и то же дерево, одни и те же плюс-минус полежки, мы будем колоть там, ну, хотя бы по 3-4 полена на каждый топор, чтобы понять разницу. Рубить будет удобно. Рубить будет удобно. Здесь вообще очень сильно именно вот идет, чувствуется, что вот у этого топора у него будет очень сильное кручение при броске, потому что и то же самое рубить, потому что прям чувствуется, что голова, она прям тяжелая. То есть топорище не длинное, оно такой именно хороший туристический вариант. То есть здесь, по большому счету, именно с учетом, ну вот, берете мебельный ключ из Икеи, и это все меняется буквально на раз. То есть, по большому счету, скорее всего, у большинства есть с собой там какой-то мультитул или просто, повторюсь, ключ вот этот вот шестигранник из Икеи. И если мы говорим о каких-то там теоретических возможностях замены, ну, фиг его знает. По мне, так это гораздо проще. То есть, по большому счету, его можно посадить, ну, на плюс-минус более-менее подходящую по размеру деревяшку, если у вас, например, пострадало топорище. А далеко не у всех топоров есть такая возможность. Вот, красавчик, очень красивый цвет, пижонский. То есть, по сравнению с пайп-хоком, это просто небо и земля. Пайп-хок мне очень нравится именно за форму головы, но здесь прям действительно, грубо говоря, у той же самой конторы за те же самые деньги качество просто не сравнить. То есть я не знаю даже, с чем это связано. В общем и целом, сразу скажу, тут недавно один товарищ, я не знаю, он, что у него с ушами, я когда говорил, как раз-таки делал, когда обзор на Pipehawk, я сказал, что это обзор. Тесты будут потом. Тесты у нас будут вместе. Мы будем бросать, мы будем рубить, мы будем колоть всеми вот этими топорами вместе. Сейчас это в чистом, ну, только обзор, без каких-либо тестовых моментов, потому что у меня уже есть кое-какие планы. Вот, классная штучка. А вам всем не хворать. Отличного лета. Не смейте жаловаться на жару. Особенно те, кто живут в климатических жопах планеты. Вот я, например, живу в климатической жопе планеты, потому что у нас вроде все нормально, но постоянно то слякоть, то вот это вот все непонятно. Да, 34, да, 35. Ну и это по кайфу. Это реально по кайфу. То есть, да, тяжело, дышится, потняво по ночам. Ну и что? Это всего лишь там несколько недель в году. Так что, а все остальное время мы будем просто вспоминать с вожделением эту самую жару. Все, хочешь, я угадаю, как тебя зовут? Давайте, ребят, пока.